Доброго времени суток, друзья, с вами ВВ. И мы продолжаем играть в Героев и Генералов. Так, и у нас защита. На нас нападает с двух сторон. И мне эта карта не очень нравится. Причем у врага будут самолеты, по идее. Наверняка это... будет проигрыш, но посмотрим. Посмотрим, что он будет. Эта серия посвящается ППШ. Ой. Так. Берем машинку. Так, где у нас тут? О, 26 фокусов. Посмотрим. Как у нас? О! Тут уже трупик. Чуть не занесло. Это ППШ. Я его купил только вот-вот. Так, что-то меня стреляет, по-моему. У него кучность больше. И жизни. Он отнимает больше. Граната меня пока не выбрасывает. Это хорошо. Так, отлично. Так, я пока никуда не собираюсь отходить. Потому что наверняка враги сюда заявятся. О, гранаты. Поверху кидают. Поверху стреляют. Меня пока не попадают. Замечательно. Что это у него за оружие? Кто-то патронов не жалеет. Вот, расслабился.
Расслабился. Да. Не ожидал такого. Ну ладно, сейчас мы еще раз сюда приедем. Так, параметры видео. Качество. Полный экран. Яркость. Качество графики низкое. Дополнительно. Так, качество облаков. Качество постробов, качество объектов, качество теней. Включить быстрые частицы. Сглаживание. Это все убираем. Применить. Вот, применилось. Назад. Качество графики. Поле зрения максимально. Полный экран. Применить. Не применяется. Так, о, машинку кто-то, о, появилась. Так, вот, черт и шо. Так, кого захватывает? Летчик, налетчик. Так, а давай встанем сюда. Я там буду читать. А здесь меня, если в меня будет стрелять, то здесь меня сразу убьют. Если танк будет стрелять. Родиться. Откуда? Кто стреляет? Ух ты, блин. Вон он. Туда откуда-то стреляли. Зря выходил. Ничего, сейчас может быть я сюда резнусь. Ну. Давай, давай, есть. Так, машина мне не нужна, мне просто человеком появится. Отлично. Соседнее здание. Вот так вот. Еще один. Да. Что-то у меня мышка не поднялась. Я стрелял ему в плечо. Их там аж 3 человека. Сейчас посмотрим, что получится. Продолжаем. О, танк, да, стреляет. Классно, а у меня пока нету этого. Нужно его засветить. Я не вижу, где он. И он больше не стреляет.
Офигеть. О, вот вражеский тоже танк. Еще эта машинка. Грузовичок. Ай-яй-яй-яй-яй. А меня оттуда подстрелили, да? Так. Что ж народ не может С захватить? А он убил наш танк, да? Ну, плоховастенько. Что сделаешь? Ай-яй-яй. Он когда взлетает, он не поворачивает. Так, здесь кто-то был. Я кого-то видел, он бежал. О, его увидел. Не попал. Попал. Ай-яй-яй. Так, он забрал мой ППШ. Нехороший какой он. Я в него тоже два раза попал, но недостаточно. Так, подлечимся. Так, О1 захватывает. Поехали на О1. Раз такая пьянка. Сейчас у нас будет стрелять должны, по крайней мере. Да. Ничего страшного. Так, выходим. Ну, есть. Готов. Так, здесь можем появиться. Но не до конца, да? Я одного убил, а там, по-моему, два было. Я его поздно увидел, что он там сидит головой, он смотрел в другую сторону. Ну, так, как мы можем? Здесь я смогу, да, запрыгнуть? Да. Стреляет оттуда. Зашел. О, закидывали гранату. Хорошо. Теперь я выкидываю. Отлично. А ты зашел с левого краю. Плохо. Так, а здесь я уже не могу появиться. О, мы выбили.
Мы выбили народ. Отлично. С одной стороны, если бы они еще сразу вернулись. Ну что ты, сядешь? Да, наверное, очень зря, потому что тут нас, наверное, постреляют. Очень даже серьезно так. Нормально. Положил. Нормально. А сзади еще, да, был? Не, где-то спереди. Ничего так. О, наш танк поврежден. Ну, у меня ключа нет, к сожалению, поремонтировать не могу. О, слева обстреливают, какой кошмар. А ты, блин, подпрыгнул. Так, продолжаем. О, у нас уже, похоже, эту отжимают. Так, появиться в машине. Что не появилось? А, я вот здесь могу появиться. Хорошо. Попробуем так. Десантник. Сел прямо на дом. Так вот. Ну, взрыв. Где взрыв? А, он забежал прямо на меня. Блин. Так. О, немецкая. Самолеты уже немецкие тут летают. А ну, вот, блин, не могу выйти. Сейчас бы я его позбивал. Отличненько. Вон, немецкий самолет летит. Они уже X почти захватили. Это... О, черт. Черт, черт, справа стреляет. Ну, чё я не могу шевелиться? А ты, блин, сзади зашел, ты видал? Так, ну ничего, пока, пока держимся. Похоже, тут летают самолеты. Ну, я видел, по крайней мере, что летали самолеты. Вот это. Немецкий. Давай, давай, родимый. О, десантник. Есть, убил. Танчик. Хорошо, где? О, самолет. Так, там, по-моему, еще один самолет. Вот он. Давай, 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 давай. Руби его, руби. Броня пробита, броня пробита. С патронами, патронов еще много. Он полетел. Далеко, ни броня не пробивается. Так, ну что, где еще? Не вижу. Вот летит. Любитель летит.
разведки, но где он делся? Вот. Десантник. Так, истребитель. Вот истребитель. Здесь был, да? Не вижу. Вот эта листва немножко мне мешает. Вот он. Сейчас подлетит поближе. Вот где-то здесь можно начинать. Давай, давай, давай. Так, годится. О, что-то едет. Стреляет. Так, откуда стреляет? Так, что там десантниками? Танк. Танк это нехорошо. Пехота. Есть. Одного укокошил. Отлично. Танку покошили. О, плывет. Больше не плывет. Все, патроны кончились. О, десантник.
Гранатка помогла. Так. Ну, берись. Фаус, патрончик. Эх, не долетело. А, что ты лежишь, блин? Попал. Давай, родной, и ты попади. Оп. Все, взорвали. Отлично. Так. Где тут кто? Мы почти победили. У нас вон синяя полоска почти полностью. Так. Что мы тут видим? Оп, меня стреляют. Так, велик возьмем. Бьем. С какого края он стреляет? Нет, не появилось еще это. О, десантник. Отлично. Так, надо подлечиться. Тут вот аптечка. Нафиг тебе. О, самолет летит. Давай, где? Где ваши десантники? О, десантник. Так, нормальненько. О, а чё это мы откатились? У нас была почти победа. А теперь не очень. Ой. Враг стреляет. С двух сторон. Санник. Вот, блин. Не успел навестись. Так, давай, давай, появимся побыстрее. Так, а где это я? Что-то я совсем не там, где надо. Блин, это танки стреляют уже. Не нравится мне такая штука, когда у меня танки стреляют. Попал. А чё я в том сарае появился? Вот в чем вопрос. Чёрти где? На отшибе. Ну как? Это ж нечестно. О, это самолет.
просто нечестно. Так, машинка есть? Есть. Берем машинку. Так, поехали на X1. Оп, на X1 отменяется. О, танчик. О, еще один пулеметик. А ну-ка. Здесь полно патронов. Замечательно. Так, где-то здесь были самолеты. С десантниками. Ужас. А вот самолет как раз. Ну, давай, есть. Так, где-то здесь был. И сами, где он? Вот он. Ах ты, блин. Сзади. Он сзади подошел. Так. Его уграли тут. Уграли, вот он. Так, а что это за пулеметик у него? Ужас. Это говно, а не автомат. Хорошо. 100 раз лучше. Так, готовы, ребята. Так, это что такое? Текстура. Не шевелится. Так, где? О! О, берут. Где? Ранил, но не убил. Кто-то другой, наверное, убил. Потому что захват не идет. Тупик. О. Кто-то в меня стрелял. Куда-то.
Годится. Сзади, да? Не успел развернуться. Не совсем сзади. Так, ну что? Нету машинки, нету. Это если я там появлюсь, я появлюсь черти где. Лучше на бронечке, ну, подъехать на машинке. Кто? Вот он. Нет, не так, не так, не так, не так. Где эта мерзость? О, еще один десантник. Убил. Так, я ранен. Птичка там. А если здесь есть грузовик? Нет грузовика. Броник. Опа. Танк сюда стреляет. Еще один танк сюда стреляет. Хуй тебе. Ой, извините. Простите за мой французский. Так, откуда? А, он там уже появился. Отлично. Так, здесь берем машинку. И срочненько едем на О. Нет, не туда. Не туда. Сюда. Они танки быстро не переведут. Убили там, молодцы. Блин. Не целился, потому что надо было поцелиться чуть-чуть. Не успели, не успели. Надо было остаться. Так, ну ладно, мы хотя бы здесь побудем. Плохо, плохо, плохо. Так, где-то здесь была это. Вот он. Да? Фаус. Попал. Сейчас попаду. Не попал.
Блин. Так. 80. Чу. Вроде попал. Отлично, стрельну. Так. 80. Нет. А там еще один. Вот в чем дело. Так, машинки кончились. А ну, а другая бригада есть? Это не те, он, ну... Здесь нет машинок. Плохо. Это мотоцикл. Мотоцикл, это, конечно, хорошо, но не до такой степени. Че ты спрыгнул? Куда мы едем? Что-то мы куда-то далеко едем. Очень далеко мы куда-то едем. Ну. На хаос. Давай хаос. Взял, поехали. Сейчас мы заедем танку в задницу, наверное, и постреляем. Ну что-то мы чересчур прямо линейно едем. Надо брать правее. По идее. Ай, стреляет. Черт. А где второй танк? Это здесь? Вот он. Нормально. Одного уграли. А, ну да. Я ж не водитель. Ну да, ну да. Так. О. Ну. Ага. Давай второго. Все нормально. Хватит вещать. Не разбиться. Может, тот танк уже взорвали. И он так стреляет вокруг. Ему еще можно не подобраться.
Там уже, похоже, он захватили вражеский танк. Чувак на танке едет. Такой мотоциклетный взвод получился. Уничтожитель танков. Он десантник опять. Ну не пищи, он, видишь, наш захватил танчик. Ай-яй-яй-яй. Задом едем, класс. Чем ты себя демаскируешь? Вдруг тут уронил. Да-да, притормаживай, нормально. А вот дым как раз очень нам не кстати. Из-за дыма нас будет видно. О, рвался. О, уже стреляет по нам. Это нехорошо, совсем нехорошо, что по нам стреляют. Где враг? Ниже врага. Ну, что не захватывается? Так, отбились. Немножко отбились.
Так, отсюда можно сваливать. Потому что... О, уже мы захватили. Фух, победа! На этой счастливой ноте я с вами прощаюсь. Желаю всего хорошего. До новых встреч. Пока.